поддержать бело-голубых в самой отчаянной дуэли первого раунда Кубка Гагарина прибыли 200 болельщиков. Кто поездом, кто на машине, несмотря на рабочий день. Я знаю, есть люди, которые приехали сюда непосредственно к игре, сразу после матча уезжают в Москву, работают и опять же к игре приедут завтра сюда снова. Болельщики, как бы ни складывалась серия, верят, что «Динамо» проявит характер. Все знают, в какой непростой ситуации находится коллектив Харриса Витаринша. Отсутствуют ведущие игроки. Матчи плей-офф выводят из строя одного за другим. Очень много травмированных. И это, конечно, да, это проблема. Вот, поэтому я, собственно, надеюсь на то, что пришли честолюбивые дублеры. И они скажут свое слово. Александр Корнев приехал на игру со своей семьей. Ездить на игры с самыми маленькими болельщиками становится хорошей традицией. Дружный динамовский сектор по душе любому возрасту. Я думаю, что хоккей не сравнится с футболом, поэтому ездите все смело. Везде я был со своими детьми. От Урала до Сибири, от Сибири до Юга, поэтому ездите на здоровье, болейте, поддержите свою команду, показывайте детям мир, и пускай никто не боится ничего. Александр приехал на два матча. Никакие обстоятельства не помешали ему оказаться в Ярославле. Да, конечно, смысла ехать на один матч нету, я не вижу. Можно с семьей съездить на два матча. Я думаю, для того человека, который хочет увидеть зрелище такое, как плей-офф, тот с удовольствием найдет свое время. Впереди четвертый матч серии, в котором нельзя уступить. Вперед, «Динамо», мы с тобой!